Дамы и господа, у нас сегодня новая рубрика, у нас 8 тысяч подписчиков, поэтому мы решили задуматься, что снимать, мы же блогеры, вот. И в этом нашей новой рубрике мы будем брать очень дорогие велосипеды и предлагать их за реально нереальные, мнимые, мелкие деньги, вот. И сегодня мы подумали, что было бы классно взять вот этот вот велосипед, который у нас в магазине, кстати, стоит 345 600 рублей, и предложить какому-нибудь человеку на улице его, скажем, ну, примерно, может быть, тысяч за 15, ну, может быть, стартанем с 50, а потом будем все меньше и меньше кому-то предлагать его. И посмотрим, может быть, кто-нибудь согласится у нас его купить в холодную. Погнали! Так, ценничек мы снимем, а то люди реально узнают, сколько он стоит. Вот мы в центре, и сейчас мы будем искать наших жертв. Пацаны, приветствую вас. Я смотрю, вы на великах, наверное, шарите за велики, да? А, вот вы просто ездите на таких, но это побыстрее будет просто чуть-чуть. Может, 1005 есть хотя бы у вас? Я бы вам его отдал прямо сейчас. Нет? Не сможете купить? Бля, ну а сколько можете? Ну, две можете дать? Вообще не можешь ничего. Просто это действительно классный карбоновый велосипед на электронной системе переключения скоростей. Что, за две не возьмете? А? Даже за двушку не захотели брать. Тебе как, один катаешься только или с кем-то? Да я так, спеша есть. Смотри, какой у меня велосипед. Видел когда-нибудь такие? Да, видел. Видел? Знаешь примерно, что, сколько стоят такие? Да фигу знаю. Нет. Ну сколько есть? Есть 1040 хотя бы? Нет. Не, 40 если нету? Бы были, ну а сколько есть? 30? Тоже. 15? Нет. Бля, ну 10 есть хотя бы? Нет. Ну и вообще, сколько? Вот сколько, скажи. Ну, сейчас на данный момент пока полторы нет. Понять. Ну, может, понравится тебе. Может, поменяемся тогда с тобой. Не хочешь поменяться? Нет, нет. Тоже не поменяешься? Не-а. Реально? Реально. Слушай. Просто я знаю, это твой велик. Ну, я бы я поменял знаю, с тобой. Легче. Поменяемся? Не, вот реально, я у тебя его отдаю. Нет. Нет? Ну, я реально владелец. Я готов тебе отдать его. Нет? Капец, смотри, там вот видишь, парень стоит. Мы видео снимаем. Не против побыть в видео? Да, мне без разницы. Без разницы. А для чего? Смотри, мы представляем магазин велосипедов 39. У нас здесь магазин рядышком находится. И мы разыгрываем этот велосипед. И с тем, кем бы я бы договорился о покупке этого велосипеда, он мог бы его забрать. Велик стоит 345 тысяч, прикинь. Ну, я просто на Авито видел за 200. На улице уже очень сильно холодно стало, поэтому мы вот последних людей попробуем, предложим, и ну, все. Денежку какую-нибудь получить. Ну, ситуация в мире плохая, я потерял работу и продаю последнее все, что у меня есть. Вот. Но никто не хочет у меня его покупать. Поэтому, может быть, вы бы могли бы мне что-нибудь предложить там. И мне реально нужны бабки. Вот. Есть вот хотя бы 1040, может быть, чтобы мне ну, там, на билет хватило. Просто хочу уехать куда-нибудь. Не нужен? Вы, может, хотя бы ну, за 15? Нет. За 15 не возьмете? Ну, может, у вас... вы реально сможете его продать дороже? Нет? Ну, сколько у вас есть? Давайте обменяемся хотя бы на что-нибудь. Есть 50 рублей. 50 рублей? Ну ладно, давайте на 50 рублей. Так уж и быть, отдадим вам этот велосипед. 50 рублей? Ну, блин, это кажется, что стрёмное какое-то предложение, но я просто уже в безвыходном состоянии. Мне нужны деньги. Это 50 рублей! Да. И, девчонки, вы стали победителем в нашем конкурсе. Да. На самом деле, этот велосипед стоит намного дороже. Он стоит 345 тысяч рублей. Карбоновые велосипеды с электронной системой переключения скоростей, они реально очень дорого стоят. Вот, поэтому поздравляю вас. Я надеюсь, что вам он будет служить верой и правдой. Держите его. Он ваш теперь. Давайте, девчонки, спасибо вам большое. Спасибо. Тебе тоже. Оп. Не умеешь, что ли? Вот так надо. Оп. Вот так. Оп. Пятьдесят рублей. Я победитель. Я смог продать его в холодную. Но на самом деле отдавать такой дорогой велосипед за 50 тысяч рублей, это как минимум очень тяжело для такого магазина, как мы. Хотя у нас очень много и большой ассортимент. Вот. Но мы только начинаем, развиваем наш YouTube-канал. И вы те люди, которые можете нам помочь. У нас еще куча идей. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Пишите комментарии, ставьте плюсики и уведомления с колокольчиками. Мы будем делать очень много интересного контента для вас. А я пошел.